Приветствую, друзья! По вашей просьбе я приехал на улицу Куприна. Мы с вами уже здесь гуляли, но это было 5-6 месяцев назад. Я думаю, что за это время здесь что-то построили новое. И мы с вами на это сейчас посмотрим. Это угол бульвара Шевченко и улицы Куприна. 14-этажка, о которой я вам рассказывал в предыдущем видео. У нее есть крен. И она под снос. В этой 14-этажке живет один мужчина. Такую информацию мне передала жительница этого дома. Но судя по этим окнам, здесь все еще живет не один человек. Без света и без воды. Дом по бульвару Шевченко 274, 272 и с левой стороны 270. Строители работают без выходных. В субботу и воскресенье я занимался здесь на спортплощадке. Работа кипела. Было пасмурно, дождливо. Но строители работают все равно. Улица Куприна, 73. Внутри дома ведутся восстановительные работы. Я вам уже рассказывал и хочу напомнить о том, что вот эти вот пешеходные дорожки появились благодаря тому, что строители обратили внимание, где были протоптаны тропинки пешеходам. И после этого здесь постелили такие дорожки. Вдоль улицы Куприна их достаточно появилось. Странно, что за предыдущие 30 лет никто на это не обращал внимания. Люди просто ходили по грязюке раньше. Улица 50 лет СССР, дом номер 87. Половину этого дома разобрали и уже возводят новые стены. Это территория городской больницы и поликлиники номер 2. Все эти здания уже не узнать. Святотроицкий храм в процессе восстановления. Ух ты! Если честно, то когда я впервые увидел этот объект после боев, я думал, что его будут сносить. Но посмотрите, как этот дом выглядит сейчас. Даже лучше, чем до событий.
Да, дом выглядит очень красиво. В этом доме тоже демонтировали несколько квартир и уже возвели заново. Здесь возводится новый дом. Предыдущий был снесен. Будет шестиэтажка. Новостройка по улице Куприна, 33. Куприна 29. Здесь во дворах появилась новостройка в 5 этажей. Ходить вокруг мы с вами не будем здесь, так как территория огорожена и очень грязно. Когда стройку закончат, мы обязательно посмотрим подетальней. Куприна 15. Дом все еще в процессе восстановления. Куприна 7 также. Здесь раньше тоже были вытоптанные тропинки. Новая остановка. Это ЖК Невский. На этой территории начали возводить еще больше новостроек. Итак, друзья, Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.